Последнее время в России уделяется все больше внимания созданию комфортной городской среды и безопасных общественных пространств. В связи с этим цветные дорожные покрытия набирают все большую популярность и становятся все более востребованными в дорожном строительстве. Ведь именно такие покрытия способны не только придать эстетичный внешний вид, подчеркнуть архитектурные и дизайнерские решения в городской среде, но и обеспечить безопасность, выделяя велосипедные дорожки, пешеходные зоны, полосы для движения общественного транспорта, съезды на сложных перекрестках и развязках. Существуют различные технологии создания цветных дорожных покрытий. Путем нанесения специальных красок для асфальта, путем производства асфальтобетонных покрытий с применением традиционного нефтяного битума и специальных пигментов неорганического происхождения. При таком подходе получаются приглушенные цвета – красно-бурый, терракотовый, серый. И путем производства асфальтобетонной смеси, приготовленной на обесцвеченном вяжущем, с применением пигментов органического и неорганического происхождения. Данная технология, о которой мы хотели бы рассказать подробнее, позволяет получить широкую гамму цветов асфальтобетона. Группа компаний «Корустех» активно продвигает данные технологии в России со своим партнером группой компаний «АБЗ-1», которая является первой в России, кто начал проводить лабораторные исследования, изучать опыт зарубежных коллег, разрабатывать собственное прозрачное полимерное вяжущее для производства цветных смесей из российских ингредиентов и в конечном итоге добился положительного результата. На производственной площадке технологического оборудования для приготовления прозрачного вяжущего, а именно установки Masenza Challenger S, которая позволяет выпускать не только полимерно-модифицированный битум, но и такие инновационные материалы, как бесцветное вяжущее, позволяет на сегодняшний день осуществлять серийный выпуск цветных асфальтобетонных смесей. Установка Masenza дает возможность не только производить по собственной запатентованной технологии прозрачное полимерное вяжущее B2Color с полимерными добавками, со знанием температурно-временного режима приготовления, дозревания и хранения, но и осуществлять точный контроль за составом прозрачного вяжущего и при необходимости добавлять дополнительные сезонные присадки и корректировать состав под требования конкретного объекта. Стоит также отметить, что цветные асфальтобетонные покрытия, получаемые на основе такого вяжущего с полимерными добавками, являются намного более долговечными, чем обычные асфальтобетоны с применением традиционного битума. Выпуск цветной смеси осуществляется на асфальтобетонном заводе, оснащенном специальной опцией для подачи пигмента, а также отдельной линией для подачи прозрачного вяжущего. Применение бесцветного вяжущего позволяет получать асфальтобетонную смесь необходимого цвета за счет добавления специального пигмента. Наилучший эффект достигается при подборе щебня по цвету, приближенного к необходимому. Транспортировка полученной смеси осуществляется исключительно самосвалами с чистыми кузовами. Как и в случае с традиционными асфальтобетонами, полученный цветной асфальт должен проходить тщательную проверку качества на соответствие нормативным показателям. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Мельник Кирилл Иванович, начальник лаборатории, руководитель службы качества группы компании АБЗ-1. Сегодня мы присутствуем на объекте, где осуществляется укладка зеленого асфальта на основе бесцветного вяжущего. Расскажите пару слов о данной технологии и применяемых материалах. Данная технология практически ничем не отличается от производства традиционных асфальтобетонных смесей, но есть нюансы. Нюансы заключаются как раз в применяемых материалах. Одна из основных особенностей – это использование бесцветного вяжущего, которое позволяет достигнуть и передать те краски, которые хотелось бы видеть на устраиваемых объектах. В качестве бесцветного вяжущего применяется наша собственная разработка – это вяжущая марки B2Color, которая позволяет нам получить те результаты, которые мы можем видеть с вами на нашем объекте. А в чем преимущество данной технологии в сравнении с резиновой крошкой, с цветной плиткой, либо с краской для асфальта? Бесспорное преимущество – это износостойкость. По сравнению с указанными вами материалами, данная технология позволяет создать покрытие,
износостойкое, которое позволяет перемещаться как людям, так и технике. Оно сохраняет свои цветовые параметры, не изнашивается и позволяет обеспечивать длительный срок эксплуатации. Насколько востребованы сейчас технологии цветных асфальтобетонов? Технология цветных асфальтобетонов в настоящее время востребована не сильно, но технология ежегодно набирает обороты. Если несколько лет назад у нас в год могло быть 2-3 объекта, ну, из таких знаковых можно сразу выделить, это «Зенит-арена», «Яхтенный мост», где была применена данная технология для выделения велосипедной пешеходной зоны, сквер в честь присоединения Крыма, то в настоящее время технология действительно набирает обороты, и практически каждый месяц у нас появляются уникальные возможности строительства с применением данной технологии. Это благоустройство, это велосипедные дорожки, тротуары, ну и очень часто применяется в коттеджных поселках. А какие цвета наиболее популярны? Наиболее популярный цвет красный, но также тенденция идет на использование цветов голубых, синих. Ближайший объект у нас планируется применение желтого асфальтобетона. Все зависит от потребностей людей и от желания. Есть ли какие-то технологические нюансы при укладке цветных асфальтобетонов? Нюансы есть. Хотелось бы сразу отметить, что данная технология ничем не отличается от традиционных асфальтобетонных смесей. И цветные смеси, они полностью соответствуют требованиям действующих нормативных документов. На что стоит обратить внимание, это единственный нюанс. Требуется хорошая зачистка асфальтоукладчика перед началом производства работ. Каково бы с применение цветных асфальтобетонов и где вы видите перспективы развития данной технологии? Область применения достаточно широка. Это пешеходные зоны, тротуары, это выделенные линии для движения транспорта, это парковки, детские площадки. И основное направление перспективное – это все-таки безопасность. С помощью данной технологии можно и нужно создавать безопасные условия для жизни граждан. Область применения цветных дорожных покрытий очень широка. Цветной асфальт используют в декоративных целях, для устройства пешеходных дорожек, спортивных площадок, в ландшафтном строительстве, а также для организации движения. Например, выделение из цветного асфальтобетона зон повышенного внимания и риска, таких как переходы, развязки, велосипедные дорожки и специальные полосы для движения, въезды в тоннели, устройство покрытий аэродрома. И теперь, благодаря современным российским разработкам в области цветных асфальтобетонов, становится возможным сделать среду наших городов не только более красивой, но и комфортной для проживания с точки зрения безопасности дорожных пространств.